Здравствуйте, уважаемые зрители, участники конкурса и уважаемое жюри. В данном видео я рассказываю о третьей картине своего триптика «Рождение новой эпохи». Все картины выполнены в стиле квантового импрессионизма. Это третье полотно, которое я назвала «Гармония и умиротворение». Вы видите, насколько поменялось качество энергии, насколько все стало спокойным, и насколько все стало таким безмятежным. То есть это полотно показывает исход всех наших событий, которые сейчас у нас с вами происходят на глазах и которые мы проживаем.